8 сентября 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Невнимательность – это когда даже склероз рассеянный. Написал 31 декабря 2010 года этот афоризм. Невнимательность. Что еще? Склероз – это когда память вас подводит, но вы не помните к чему. Трудно ждать от женщины верность, когда даже память изменяет. Немного не в тему, но тоже про память. Надо посмотреть, что-то у меня про память.